Всем привет! Сегодня готовлю вкуснейших цыплят в банке с овощами без воды по старинному рецепту. Поехали! Остальных цыплят я запеку в тандыре. Для маринада использую томатную пасту, подсолнечное масло, паприку, сухой чеснок, черный перец и соль.
Давай еще. Молодец. Цыплята готовились с овощами 2 часа в собственном соку. Получилось очень вкусно, и все ароматы остались в банке. Всем приятного аппетита, и не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока!